На свой день рождения, как это было принято у еще одного нашего лидера, собирает литераторов. Прям вот он празднует день рождения, а через неделю собирает литераторов. Так, не все, конечно, ходят, меня не зовут. Но я подумал, что, в принципе, о подарке всегда надо думать. Вот. Что подарить тебе, не мною избранный, избранник мой на многие года? Тебя я ежедневно в телевизоре все эти лет 15 наблюдал. Ты не стареешь, лишь взрослеешь лысиной, должно быть, набираешься ума. Что подарить тебе, не мною избранный, из остального разного дерьма? Ты в день рожден советской конституции, давно уже забытой всей страной. Что подарить? Лишь эти строчки куцы, не мною избранный, избранник вечный мой.